хочу пояснить, вернее, ответить на этот вопрос. Многие мне задали, что про магазин-то я делала, когда там это продавцы еле шевелятся, делают что-то не так, и ты стоишь и ждешь. Я не знаю, как другие, но здесь, в Америке, вообще не принято делать вот такие замечания. Допустим, если я в Мэйсис стою, что-то покупаю, и там бабушка, она еле шевелится, она вот эту вещь несет, там, знаете, дрожащими руками эти магниты снимает, я не могу ей сказать: вы не могли бы побыстрее? Или тут много вот таких ситуаций, когда ты стоишь следующий, то продавец может стоять, разговаривать с предыдущим покупателем, уже как бы отбил там все, и вот они какой-то темой зацепились, и вот они разговаривают, еще стоят. Я стою сзади, я знаю, что у меня муж, он просто такое терпеть не может, но он никогда в жизни не подойдет и не скажет, что: «Чё ты тут, сколько еще будешь болтать, давай обслуживай меня». Он будет стоять и молчать. И я вам рассказывала, что он из-за этого терпеть не может ходить в магазины, потому что вот таких ситуаций очень много, и ему все время кажется, что он время теряет. Вот он стоит, он теряет свое драгоценное время, он бы мог потратить его на что-то другое. И это еще было в начале нашей совместной жизни, когда мы встали на кассу за бабушкой. У меня муж вообще никогда не встает на кассах за бабушками. Потому что они там еще по старинке бывают, чек начинают выписывать, но не могут перестроиться вот на карточке там как-то, ну, по старинке. И поэтому они еле двигаются, еле там что-то говорят. Или наоборот, много разговаривают, но у них все время какие-то проблемы, потому что уже старые люди. И мы как-то встали вот так за бабушкой, и так долго там ее обслуживал этот продавец, и бабушка не могла что-то из кошелька достать. И у меня муж, вы не представляете, он перепрыгнул через корзину этой бабушки, вот через эту большую, потому что продавец сказала: «Я вам сейчас поставлю ваш пакет, вашу сумку». А бабушка говорит: «Нет, я сама дойду». Это получается бы, она сейчас сама пошла, начала бы обходить кассу медленно-медленно, брать этот пакет, возвращаться с этим пакетом к своей корзине этой, поставить и уже отъезжать. И муж как представил это, я тогда так ржала, он перепрыгнул через корзину у нее, подбежал к кассиру, взял пакет и сказал: «Я вам этот пакет сам поставлю». Бабушка такая: «О, спасибо, говорит, большое». Я-то знаю, почему он перепрыгнул через все это, потому что он уже стоит весь на нервах. И в какой бы магазин я ни приходила, здесь также, понимаете, я ведь не знаю, у этой девушки, возможно, какое-то заболевание, ну, как бы, медленный ум здесь называют в Америке. Может быть, у нее какая-то группа, и она не может быстрее работать, как бы у нее ум немножко заторможенный, и поэтому я здесь не имею права ей там говорить какие-то вещи. Она может подойти, вызвать менеджера, пригласить менеджера и уже эту ситуацию решить. Во-первых, я не знала, что у нее в ящике лежит пистолет-магнит. Это пришла и менеджер сказала. А на другую кассу ее гнать я тоже не могу и говорить: идите на другую кассу. Может быть, у них нельзя этого делать. Я ведь не знаю правил магазина. И поэтому это такие вопросы здесь, как бы, ну, я не знаю, я не видела, чтобы тут вот так сувались в эти дела в ихние. Также на почте я много раз сталкиваюсь с этим, что очередной кассир-почтальон вот не может заполнить форму, и он начинает мне доказывать там, что или я что-то неправильно ему там заполнила, или он начинает в компьютере там рыться, и когда я ему говорю: спросите у кого-то тут вот, у соседнего кассира, им это очень не нравится, очень. Поэтому я с этим очень осторожна, и я всегда стою, жду, но она тут хозяин, и правила их я не знаю. Это у нас в России можно запросто сказать любому человеку: так, руками пошевеливайте, или там из очереди, может, вы побыстрее начнете обслуживать. Здесь такое, это, ну, невозможно даже представить.
И поэтому скажи я этой девушке там, что она делает что-то не то, а у нее, может быть, она на группе, ее взяли в этот магазин работать, ну, потому что они берут людей вот с ограниченными возможностями, и здесь они работают, и какую-то вот такую работу выполняют. Поэтому, знаете, чужая страна, чужие законы, если бы я видела, что люди так делают, там, подгоняют кого-то, претензии высказывают по обслуживанию, может быть, я бы что-то бы и сказала, но здесь вот за 7 лет я такого не видела. И также здесь на кассах очень часто принимают людей, которые, ну, на инвалидности, у них проблемы с головой, аутисты там, ну, я не знаю, какие вот такие болезни. И вот эти люди, они вообще очень медленно все складывают вот в эти пакеты, в бумажные, может положить, потом куда-то перекладывать. Ну, видите, координации, видимо, движений нету, как бы ума не хватает, как поставить. И также ты не можешь выхватить у него этот пакет и начать там складывать, да, демонстративно, что, блин, стоишь тут еле шевелишься, вот как надо. Стоишь и ждешь, если надо, ему поможет кассир. Но не я. И муж у меня, я говорю, с его вот таким нетерпением, всем этим очередям, пробкам, к пробкам, он никогда не скажет. Может быть, вы мне уже положите товар, правильно, да, положите или сложите товар побыстрее в мой мешок. Не знаю. Возможно, здесь есть, конечно, такие наши женщины, которые как бы на кассе так выступают и говорят, но не знаю, не знаю. Я только вот вам могу это рассказать, пожаловаться, излить душу. И тут вот эти вещи, когда они магниты снимают, что-то вот, ну, делают с ними. Вот знаете, они порвут вещь, сломают, у них это, видимо, все списывается, не с них списывается. Они к этому так спокойно относятся. Вот она сломала эту собачку и показывает, мне будете брать? Я думаю, ё-моё, если б я в магазине сломала какую-то вещь вот так вот, да я бы за нее потом выплачивала 2 месяца, за эту же куртку Michael Kors. Или там вырвала с мясом этот магнит. Они здесь к этому очень просто относятся. Понятно, что это не магазины, там Gucci и Vuitton, а такой он для них порвал, испортил, положил в сторону, и все, они ответственности не несут здесь за это абсолютно.